друзья, сегодня очень нехороший день для меня и для всех вас. Я никогда не думал, что я потеряю своего брата. Мне очень трудно говорить, очень тяжело мне, тем более, когда человек умер. Такого человека, как Илюша, больше не будет. Мы с ним ходили 20 лет вместе, делили хлеб вместе. Прервалось.